Марина Караваева в налоговых органах работает 25 лет. Сегодня в должности начальника 6-й Рязанской межрайонной инспекции. Она за свой карьерный путь видит весь процесс становления российской налоговой системы, которая была основана в 1990 году и практически сразу стала самостоятельным государственным органом. Каким было самое начало, сегодня Марина Владимировна вспоминает с улыбкой. В налоговые органы я пришла в 91-м году, в Рязанскую налоговую инспекцию. И на тот момент у нас еще не было компьютерной техники. У нас в нашем пользовании были счеты, были машинки счетные. Естественно, за 27 лет наша налоговая служба, она превратилась в высокотехнологическую, в современную структуру. Сегодня за счет внедрения новых технологий и совершенствования системы платежей собираемость налогов увеличивается с каждым годом. В этом году мы собрали в консолидированный бюджет региона около 2 миллиардов. Это достаточно серьезные средства. При этом сохранили достаточно хорошие высокие темпы по налогу на доходы физических лиц. За почти 30 лет становления налоговой службы изменились и условия труда налоговиков. Например, сегодня на рабочих местах инспекторов области более 1500 компьютеров. В далеком 91-м их было всего 50. А сегодня в приоритет выходит и вовсе бесконтактная форма взаимодействия с налогоплательщиком. Личный кабинет на сайте налоговой – хороший тому пример. Кстати, 21 ноября была запущена его новая версия. Чтобы заплатить налог, требуется всего несколько минут и наличие интернета. А налоги заплатить действительно самое простое. Пора. До 1 декабря истекает срок уплаты налога на имущество за недвижимость, землю и транспорт. А согласны вообще с таким утверждением? Заплати налоги и спи спокойно. Заплати, наверное, все-таки своевременно и в полном объеме. Вот тогда-то и спи спокойно. Алена Кукулева, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город».